Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня на обзоре игра Армия Клонов. Давайте с ней познакомимся. Игрушка довольно-таки прикольная, популярная. Единственное, что на английском языке, но я думаю, тут и так все понятно. Итак, пролог. Это типа как вступление. Первая миссия. Это я. Гениальный инженер и изобретатель машин, ну, в общем, машины для клонирования, да? А это Фредерика. В общем, тот, кто хочет уничтожить мир. Знать бы только почему. В общем, он тоже сделал машину клонов. Остановим его, пока не слишком поздно. Опа, что это? Это кто? Это я или это он? Это, наверное, он. А вот это я. Вот моя машина. Ну что ж, давайте о своих клонов. Так, ну что же, это машина от первой версии. Вот они выскакивают. И что дальше? А я могу ими двигаться. Влево, вправо, прыжок, выстрел. Хорошо. Нужно еще как-то... Подождите. Предыдущий клон копирует прошлый раунд. Ой, я чего-то до сих пор не пойму. А сейчас буду разбираться. Итак, получается, вот мы идем. А можно... стоп, он стреляет. Ой-ой-ой. Так, попробую. Получается, вот я иду. Я просто не знал. Я думал, это как пошаговое. Нет, оказывается, нет. Этого я прибил. Так, стоять, стоять. Опа. Все-таки попал. А где моя жизнь указывается или что-то такое, типа? Ой, лучше их по одному там как-то. Ох ты. Ага, эти выстрелы не долетают. Не долетают. Ох, моего клона прибили. Все, теперь у меня следующий клон, я так понимаю, да? Ладно. Как-то здесь сказано непонятно. То есть, мой следующий клон воскреснет через какое-то время. Я теперь что, двоими буду играть? Все, я понял. То есть он теперь, получается, копирует те действия, которые я совершал перед этим. Вот видите? Поэтому нужно быть как-то очень аккуратным. Потому что иначе... Теперь вот у меня трое уже выпрыгивают. Все, я понял. То есть я могу просто, если бы я вначале немного не тормозил, я бы как бы этот мог бы прикрываться вот этим клоном, который впереди меня бежит. Есть. Все. То есть нужно продумывать тактику, чтобы каждый следующий клон как бы уже более был такой поворотливый. Вот, видите, они вдвоем уже бегут. Я могу теперь прикрываться вот этим клоном.
страха. Да, ну это была первая моя попытка, как видите, очень сложная. Миссия 1 выполнена. А, и получаю вот 50 монет, размечтался. Использовано 3 клона. Так, следующая, видите, тут в прологе была всего одна звезда. А следующая миссия это Assault. Это не помню, день там или что-то такое. А, пока лучшего результата у меня нет, поэтому буду пробовать. В общем, нужно убить всех. Их трое всего. Я думаю, это по идее будет не очень сложно. Давайте пробовать. Поэтому лучше я вот подожду. Ай, я до него не достал. Ага, и все-таки он меня попал 2 раза. И у меня уже полжизни осталось. Это плохо. Потому что я теперь... Ого, ого, какой-то мечник, слушайте. А мне страшно. А-а-а, он меня забил, как мамонта. Слушайте. Создание нового клона моего. Ай-яй-яй-яй. Видите, что творится? Он меня прибил. Ха. Потому что тот второй клон мой, он вверх прыгал, когда не нужно, а снизу тот уже бежал на меня. Рэмбо, блин. Ладно. Ой-ой-ой. Что-то как-то он жестко тут по мне прошелся. Ай, ай, ай. Нет, все-таки с ним нереально воевать. Это нужно, получается, сразу тактику использовать. Все, я понял. Нужно использовать тактику, чтобы все мои клоны стреляли потом Рэмбо. Так. Вот у меня осталось их 2 всего. Ну, в смысле, сейчас их 4. Нет, я свою же тактику, которую я хотел, я ее не использовал. Да, печальная ситуация. Все, я понял, как с ней разобраться, но уже, наверное, не в этом раунде. Но сразу, нет, не сразу, еще разок. Это было все просто.
Давайте в него все стреляйте. Ну, есть, вы видели? Первый раз я его прибил. Но опять же, у него дело в том, что... Реально, точнее, у меня осталась одна жизнь. То есть любая ошибка... Ой-ой-ой. А, что, я выиграл. То есть мой тот сверху, который побежал, он того прибил. Вот видите, как бывает. То есть не получалось, но все-таки получилось. Так, магазин. Я могу купить команда, ух ты. У него жизни 15 и так далее, в общем, все хорошо. А могу купить с дробовиком какого-то типа. Нужен ли он мне? Давайте куплю. 25 жизней, у него жизни намного больше. Так он делает в том, что вообще слишком близкого расстояния стреляет, да? Это типа облучение. Нет, не хочу. Пока не хочу. Эй, отмените мою покупку. Тут, кстати, какие-то герои есть. Так, ну что ж, следующая миссия. Буду пробовать. Так, это получается что, такая же? Ага, не такая же. Там вот два с этими саблями, с мечами, с катанами. Ага, как же здесь быть? Мне показали раз. А, я не могу их использовать. Так а зачем же мне тогда их дали? Ой-ой-ой. Может, их будут мне давать по ходу миссии уже? Ладно. Те мои будут повторять за мной, да? Все, я отстрелялся, помер. Так, и ага, все, отлично. Отлично. Ай, хотя ж, блин, добил чуть-чуть. Ой, а что же теперь делать, слушайте. Да. Пока не могу использовать. Ладно, еще раз этого использую. А в следующем раунде с дробовиком этого буду использовать. Ага, стрелок. А. Вот, мы вдвоем теперь его порешали. Хорошо. А, и он того тоже прибил. Ну, а теперь дело в том, что я, скорее всего, не смогу того убить. Ведь он сейчас по мне будет стрелять. А нужно что-то делать, ведь... Ну,
разок есть. Что, я выиграл? Да, я выиграл. Вы видите, этот раунд я прошел уже намного быстрее, чем предыдущий. Круто. Трех только использовал. И это победа. Я теперь могу, по идее, купить себе более крутого персонажа. Как раз у меня есть 125 монеток. Вот, автоматчик. У него жизни, конечно, мало. Но зато у него скорость хорошая и урон 20. А сколько... Этот, у этого урон, допустим, у этого урон 10, то есть автоматчика урон в 2 раза больше. Соответственно, в общем, ну, круче он будет себя чувствовать. А, ну что ж, друзья, вот наш такой первый ознакомительный выпуск по этой игре прошел. А, надеюсь, это вам игра понравилась, потому что я про нее как-то так слышал, никогда не играл, решил вот попробовать и не жалею. А, ссылочка на игру в описании к этому видео, поэтому присоединяйтесь, клонируйте свои войска и выигрывайте. Всем удачи! Ну а если вам понравился наш обзор, то поддержите это видео своими лайками, пишите в комментариях, записывать эту игру дальше или нет. И подписывайтесь, оставайтесь с нами, делитесь с друзьями. Пока-пока, до новых встреч!